Сильная погодная угроза, которая длилась почти 4 часа в штате Небраска и на северо-востоке Колорадо во вторник днем, привела к сильному граду, проливному дождю, смерчам и, как сообщается, торнадо возле Сиджвика. Первое предупреждение о сильной грозе было выпущено вскоре после 14 часов ровно в округе Скоттсбла. Округа Марил Гарден, Кимбал, Шайен, Дьюэлл, Логан и Седжвик также получали предупреждение о суровой погоде. В округах Марил Шайен, Дьюэлл и Седжвик сообщалось о граде размером с мяч для пинг-понга и размером с мяч для гольфа. Сильная гроза с порывами ветра до 112 км в час обрушилась на Гастингс. На этом видео, опубликованном Национальной метеорологической службой Гастингса в Твиттере, видно, как сильный ветер бьет деревья в их офисе в Гастингсе. Yeah, that thing is spinning hard. Holy God.